Ребята, снова здравствуйте, Шабрин Дизайн, личный опыт. В общем, на рыбалку, на квадриках у нас вот такие канистры. Контора называется ГКА. Достаточно как бы серьезная контора, то есть делает качественные вещи. То есть, если явно не просто вот, где вообще ничего не делается, то есть как бы она нормальная такая, по ней можно ездить. То есть, если на нее бензин залить, то есть как бы можно по ней вообще смело гонять, ей ничего не будет. Вот, какие плюсы? Единственный момент, у них экстрим мне как-то не очень нравится, хотя у нас есть одна экстримовская канистра, в принципе, там пробку надо просто посильнее подкручивать, но пока она вроде как бы не течет, ну, как бы не знаю, я выбрал ГКшный, как-то они мне получше, как бы она для меня сказалась, вот. Еще какой момент, у нее, допустим, вот такой носик прикольный тоже, но они все равно там все американские, все сейчас однотипные, там Гэри, там что у нас, Воротопакс еще есть. То есть здесь вот такая заглушечка, такая пробочка, вот так вот она делается, то есть вы все закрутили, единственный момент, когда вы будете выливать бензин, эта процедура достаточно долгая, то есть выливается достаточно, ну бензин, там надо подождать, там, пока он весь там убежит, то есть надо держать ее, она все-таки, сюда вот я заправляю, вот здесь написано 20-ка, ну нормально, то есть без фанатизма входит 18 литров, то есть она уже как бы под наклоном канистры у вас вот так вот стоит, заправляете вы, то есть вы заправили вот так вот. Нормально входит 18 литров, то есть там когда открываете, ничего у вас не выплюется, можно как чуть побольше налить, но я наливаю 18 литров, то есть как бы там, ну не знаю, вот так вот. То есть она у меня как бы, у нас две таких, еще белого цвета, вот, для зимы. И то есть у меня, допустим, салат 380, то есть она вот так вот входит полностью, если куда-то на дальняк вот вы едете, то есть вот так вот она между баллонами вставляется. Вот, можно ее еще туда вставить, ее вот так вот, но я обычно сначала вставляю вот эту сторону, а потом прижимаю вот эту. Но я что еще делаю? Я вот эту вот носик оборачиваю тряпкой, потому что там она трется от баллона, и рано или поздно на баллон прошивка. То есть как бы если с тряпочкой, то как бы нормально. Вот такой вот, ребята, вот в принципе нормальная покупка. Единственный момент, они сейчас все как бы одинаковые, здесь крепление, оно свойское у них, то есть на квадрике если покупать, то цена у них другое. А так, в принципе, достаточно хорошая, качественная канистра, то есть никаких проблем вообще с ней пока не возникало. И все достаточно удобно. Здесь такой фиксатор еще, кстати, у пробки есть. То есть вы отжали вот так вот ее, закрутили здесь, там на трещоточке. Единственный момент, когда холодно, то есть, ну, пальцами вот здесь вот неудобно, то есть она все равно дубеет в пластмассном морозе. То есть надо чуть-чуть как бы этот усилий какие-то прилагать. А так, в принципе, вот такой обзор, ребята. Все, ребята, всем всего доброго, всем пока.